У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Чертов эфир. После него вас разводят так, что вы похожи на пьяницу из старой ирландской новеллы. Полная утрата двигательно-опорных навыков. Галлюцинации, потеря равновесия, имеет язык. Начинаются маяки, отказывает позвоночник. Эфир уже отпускал. ЛСД давно вышло. А мескалин все еще давал кайф. Он медленно выходит. Первый час вы ждете, а потом в начале второго часа вы начинаете проклинать того кретина, который вам продал эту байду.